Как, когда и насколько закрывать дороги в округе, решат ямальские парламентарии. Депутаты намерены регламентировать окружным законом случаи, в которых могут устанавливаться временные ограничения или прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или местного значения в границах населенных пунктов. И вот, как такое решение комментирует заместитель председателя комитета Заксобрания Ямала по экономической политике, промышленности и природопользованию Александр Ермаков. Речь идет об ограничениях, которые не предусмотрены федеральным законом об автомобильных дорогах и дорожной деятельности. На сегодняшний день в региональном законодательстве отсутствуют нормы, регламентирующие ограничения движения транспортных средств, связанные с проведением мероприятий по прокладке, переустройству или переносу инженерных коммуникаций, а также в случаях проведения публичных, спортивных и культурно-массовых мероприятий. Сейчас ведется работа над тем, чтобы эти нормы появились в окружном законе.